Всем доброго времени суток. Сегодня хочу сделать рулетики из кабачков. Нарезала их где-то по пол сантиметра толщиной. И сейчас подперчу и подсолю все вот эти полосочки. И отправляю кабачки обжариваться на гриле. Если гриля нет, то также подойдет хорошо сковородочка. Для начинки делаю сырную начинку. Одно яичко отварное, сыр на мелкой терке трем, майонез немного и чесночок давим через пресс или также трем на мелкой терке. И, конечно же, все перемешиваем. Ну вот, начиночка и готова. Осталось дожарить кабачки. Первая партия кабачочков пожарилась. И на каждый кабачок пластик выкладываем немного сырной начинки и сворачиваем вот такой вот рулетик. И поступаем так со всеми кабачками. Сверху наши рулетики присыпала немножечко зеленушкой. И вот тарелочка с рулетиками готова. Закусочка легкая, нежная получается. Ну а мне остается пожелать вам приятного аппетита и надеюсь до новых встреч.